центре города. То здание, которое здесь находилось еще совсем недавно, своими фасадами пугало Череповчан, обрело вторую жизнь. Нашли инвестора, который вложил очень приличные средства в его реконструкцию, причем выполнил те требования, которые предъявлялись городом по внешним фасадам, по транспортной логистике. Это очень затратная составляющая, но тем не менее это уже частично сделано и будет сделано. Большие парковочные площади, въезды, выезды, организация светофорного объекта.